тут все съели у нас. Тут есть. Все садили семечкой. А вот каким он бывает, если его накрыть. Те же самые сроки. А на улице он такой, поменьше. Такой большой у него семидомный лист. А этот рядок садили в то же самое время, но без укрытия. То же самое. Ну вот самый лучший куст. Без укрытия, просто в грунт. А это все с укрытием.
эта часть рядка без пленки была. Посадили в грунт вообще без пленки, но после всходов вот эту часть оставили, как было без пленки. Вот начиная вот отсюда, накрыли пленкой. И вегетация тут намного лучше. Красивый арбузик. Арбузики, конечно, они тут поменьше, но лист раскачан намного лучше. И впоследствии он будет лучше укрывать плоды. Рандер. Вегетативная масса у него хорошая. Это же ряды почти что сомкнулись. Ну, вернее, сомкнулись. Осталось только заплестись. Вот он, фрондер. Серединка тоже. Старые листья болеют. Молодой аппарат здоровый. Астраханец. Совка кушает. Плеть здоровая, в смысле не болеет. Хорошая. Хотя вот около корня встречаются вот такие сухие. Но больных листьев, сильно больных, не видать. Так, вот тут уже кто-то прогрыз у нас. Натекло. Он видно, как он грузит.
кое-где хочет опять плестись и цвести. Там рядок, да, конечно. Первый же день. По первый полдня. Арбуз фрондер. Ага. Так он, правда, кривой весь. Ну, вот так рвет. Такой вот он, такой.